Это набросок выставки Комара и Меламида, который сейчас проходит в Музее современного искусства. Набросок фрагмента одного из залов. Другие залы, да, это еще совершенно не сделано. Это, что называется, сделано на коленке, еще как бы картинки, либо еще вообще в стенке, либо без должного разрешения. Но, тем не менее, какие-то участки выставки видны. Вот. И, ну, это и называется самый-самый-самый-самый-самый первый набросок. Вот. Еще не... кое-что понятно. Вот. Ну, то есть, например, здесь там высота потолка или вот эта работа с встречи Солженицына и Генриха Бёля, она вот именно в таком размере, в котором она есть, и высота от нижнего края до пола такая, и от верхнего края до края синей стены такая. Вот, ну, а будем дальше работать. Спасибо.